Так как Новый год уже не за горами, люди готовятся к празднику. Вот это у нас снеговичок, лихтарики, новогодние игрушки, подарки. Пустые, да. Ну, сами понимаете. А кто говорит? Это Мукачевский центр профессийно-техничной освиты. Раньше была 15-я бурса. Витаем с днем письменности. Вот. Україна, такие все шани та вдячі нашим захисникам. Бачите, які гарні люди перемагають. Добрі люди. Ми їх дуже поважаємо. Ми всіх взагалі-то поважаємо. Ну, це друга історія. І такий зараз експромт. Освещення, звісно, слабеньке. Перукар, продавець, кухар-кондитер, там, де ми вішаємо вентиляцію, державний начальник, столяр-будівельник, паркетник, столяр-строїтель, паркетник. Швачка – це у нас буде, яка одежду шьет. Ну і саме головне – електрозварювальник. А вот айтишников у них, к сожалению, нету. Ну ничего, будет. Помните, как в этом фильме? У вас на стройке несчастные случаи были? Будут. Шутка. Ладно, бежи. О, тут еще звезда есть, надо снять.